Купил я на Авито вот такую вот прелесть. Это LTN 103. Это вот сам лазер. Ну, какая классная штука. Здесь какая-то штука тут с индикатором. Здесь каких-то два разъема были. В принципе, я догадываюсь, что это за разъемы. Так, излучатель. Вот у него тут. Правда, непонятно, что вот это вот такое. Зачем здесь эти микрики? То ли крышку должны как-то блокировать, то ли еще что, непонятно. Из интересного, вот такого вот затвора я в LTN не ждал. Но он зачем-то нужен. И как юстировки сделаны, не понимаю. Как-то они сделаны необычно. Но квантроны целые, лампы тоже. Насколько я понимаю, и активные элементы везде есть. Также есть еще блок питания от него, блок зажигания. Блок зажигания довольно удивительный тем, что у него внутри. Ну, трансформатор импульсный, согласующий, понятно. ТИС-5, по-моему, или ТИС-3, сейчас гляну. ТИС-5. Конденсатор и искровой разрядник, что крайне неожиданно. В целом блок очень примитивен. К сожалению, у меня нет схемы на эту всю штуку. Поэтому я не могу даже сказать, как это должно работать. Интересно, что сам блок питания, судя по документации, как мне сказали, но у меня ее, правда, нет, весит 350 килограммов. Я не могу пока понять, что в нем столько весит. А, вот что это за разъемы. Вот они были прикручены и вытаскивались. Все понятно. Ну, вот такой вот интересный лазер я купил. Буду пробовать запускать.